кабинету финского Деда Мороза в городе Ровениеми в Лапландии удалось выплатить налоги и избежать банкротства, сообщает в четверг финская телерадиокомпания ИЛ. Местный окружный суд 20 августа объявил банкротом компанию Дианардя, которая занимается организацией персональных встреч финского Деда Мороза с туристами, за неуплату долгов на сумму более 200 тысяч евро. Чтобы избежать банкротства, компания должна была выплатить долги до 27 августа. Компания Дианардя является старейшей из трех компаний в городе Ровениеми, предлагающих туристам возможность встретиться и сфотографироваться с персонажами, олицетворяющими Новый год и Рождество. В отличие от других компаний, парка Деда Мороза и деревни Деда Мороза, кабинет финского Деда Мороза работает круглый год. В прошлом году ее финансовый оборот составил около 2 миллионов долларов. В кабинете работают около 20 сотрудников.